Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о продуктах, которые не рекомендуется давать собакам. Каждый хозяин хочет обеспечить питомцу счастливую жизнь. И, конечно же, главное – это правильное питание. Пищеварение у собаки сильно отличается от человеческого, поэтому не все продукты будут полезны питомцу, а некоторые могут и навредить. Колбасы содержат вещества, которые отрицательно влияют на обмен веществ, а также функцию поджелудочной железы. Копчености могут раздражать слизистые, содержат много соли и вызывают воспаление печени и желчного пузыря, а большое содержание соли может привести к смертельным отравлениям. Сахар и сладости – это прямой путь к ожирению или сахарному диабету у вашего питомца. Легко растворяясь в ротовой полости, сладости провоцируют рост патогенной микрофлоры и отложение зубного камня, а также порчу эмали зубов. Давать собакам коровье молоко нельзя. Его необходимо заменить специальным молоком для щенков, которое может посоветовать ветеринар. Щенки и взрослые собаки не переваривают молочный сахар. Это приводит к сильнейшим расстройствам желудка, а маленькие щенки могут серьезно пострадать, полакомившись молоком. Избыток куриных яиц чреват развитием аллергических реакций. Диетологи рекомендуют давать куриное яйцо не чаще 2 раз в неделю. Лучше заменить куриные яйца на перепелиные. Последние гипоаллергенные и не бывают заражены сальмонеллой. Это возбудитель тяжелой желудочно-кишечной инфекции. Практически во всех тканях рыбы, не только в кишечнике, содержатся опасные гельминты, а очень острые кости могут застревать в глотке и пищеводе, повреждая желудочно-кишечный тракт. Всегда нужно проверять, можно ли давать собаке тот или иной продукт, и никогда не стоит кормить ее вредными лакомствами. Можно отступить от привычного рациона, но только под контролем со стороны ветеринара. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.